Всем привет! С вами, как всегда, я Супер. Это будет обзор моего хомячка. Я не буду показывать клетку, потому что она грязная. Вот, с моим хомячком все нормально. Можете ничего не писать, плохие комментарии. Вот, хомячок. Видите, он милый. Ой, чистится. Вообще, милый до сих пор живет. Наверное, еще проживет 2-3 года. Я надеюсь на это. Вот. Подписчик писал в комментариях. Это вчера или позавчера. Сними обзор про хомячка. Вот и снял. Хомячок. Ручки грызет. Чистит, наверное, там что-то чешется у него. Это тоже самое, как у человека. Пытается достать здесь в щечках еду. Там она застревает. Ему не повезло, вот с лапкой, как видите. Здесь, он, если корм у него здесь застревает, он может спокойно этой лапкой вытащить. Вот. Но у него вот эта рука, не беспокойтесь, очень сильная. Он есть в турнике, может свой вес поднять. Не в турнике, а вот этот, в клетке. Если его так вверх поставить, он будет держаться. Более, наверное, 5 минут. Вот. Человек, даже я бы так не смог. Я смог бы где-то 4 минуты. Хомячок. Милый такой. Вот, шерсть у него вообще такая нежная, капец. Может быть, это из-за старости, может быть, это из-за чего-то еще. Вот. Вот, как по мне, может быть, это из-за, не знаю, чего-то. Может быть, просто он поспал хорошо, из-за этого он такой стал нежный. Что-то я его перевернул. Вот хомячок. Ой-ой-ой-ой! И он еще меня 2 раза кусал в руки. Я могу показать сейчас это. В принципе. Так-то ничего страшного. Хомячок куда-то побежал. Вот. Ну, сейчас я вам покажу. Здесь у меня в руке, вот видите, нормально так укусил. И еще где-то здесь, вот видите, 2 дырки. Ну, так, ничего страшного. Не так болезненно кусаются. Там в комментариях одна женщина писала, что хомяки вообще животные по полной программе. Грызут прям руки. Ну, нет. Если у вас... пол мужской именно хомячка, он будет менее агрессивный, чем самка. Потому что самка, она грызет прям руки до смерти, что ли. Там читал. Вот. Стенку такую поставлю, чтобы он никуда не убежал. Ну, думаю, такое просто видео, чтобы показать вам хомячка, что он живой. Вот. Еще ВКонтакте, наверное, будет новые картинки. Я их сейчас поснимаю. Куда-то бежал он. Хотя я хочу свободы, свободы хомячка. Я его еще вытащу сейчас. На пол пусть побегает. Вот. Все. Ладно, на этом прощаюсь. Не забудьте поставить лайк за няшность хомячка. И подписаться на мой канал, кто еще не подписался. Всем удачи, всем пока-пока. Хомячок, говори. Пока-пока.